Таинственный страж озера Сиван, Берткунг, крепость Багратуни будет восстановлена. В Гигаркуникской области Армении находится уникальная средневековая крепость Берткунг, на территории которой после 40-летнего перерыва возобновились раскопки. Более того, к концу года будет готов проект реставрации и ремонта крепости. Мало кто слышал о крепости Берткунг. Средневековый замок, расположенный в одном из самых посещаемых регионов Армении, выпадает из туристических маршрутов. Люди проходят мимо, не зная, что на вершине холма находится сооружение, представляющее собой уникальный образец строительного искусства и культурно-исторической значимости. С высоты крепости, расположенной примерно в 2,5 километрах от знаменитого монастыря Айраван в Гигаркуникской области, открывается захватывающий дух вид на озеро Сиван но это отнюдь не главное из достоинств крепости. Уже несколько дней археологическая экспедиция НКО, служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников Минобрнауки проводит раскопки на территории крепости. Главная цель – собрать необходимые данные для разработки проекта восстановления. Берткунг – единственная средневековая крепость в юго-восточном бассейне озера Сиван. Более-менее сохранившаяся часть крепости остро нуждается в реставрации, отметил начальник управления по охране памятников истории и культуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Арутюн Ванян. Для этого, помимо возобновления раскопок, также был объявлен конкурс на проект реставрации, укрепления и ремонта крепости. Уже определена группа архитекторов, выигравших конкурс. Они должны представить проект до конца года в том числе с учетом результатов раскопок. В ближайшее время крепости также планируется присвоить статус культурно-исторического заповедника, что позволит установить особый режим охраны, а в дальнейшем внедрить билетную систему. На территории крепости в эти дни ведутся активные работы, убираются камни, мусор и так далее. Для археолога Лусини Алексанян это особенно ответственное дело. Она впервые возглавляет экспедицию. Мы попытаемся определить тип кладки, на каком фундаменте она возведена, чтобы правильно составить проект реставрации в последующем, и чтобы строители могли, насколько это возможно, восстановить первоначальный или хотя бы исторически достоверный внешний вид крепости. Так следует восстановить вход в крепость, чтобы не приходилось перепрыгивать через стены, сказала археолог. Верткун был разрушен во время татаро-монгольских нашествий в 13-14 веках. Он также был известен как Белая крепость, Спитакберт, Ахкала, Княжеская крепость и Шханац-берд. Впервые раскопки здесь проводились в 1983-84 годах, были раскопаны тандыры, основания деревянных колонн, керамика. Также были обнаружены слои разных периодов, в том числе куро аракской культуры. В начале 80-х годов были проведены небольшие работы по укреплению стен крепости. К слову, есть мнение, что на этом месте раньше стояла циклопическая крепость, на фундаменте которой в средние века и была построена нынешняя. Но эта версия пока не доказана. Что известно сейчас, сохранились руины многочисленных построек, особенно в восточной части, в районе, прилегающем к озеру, где высота стен достигает 1,5 метра. По словам археолога Левона Мкрчана, архитектура крепости, построенной на мысе, типична для периода династии Багратидов Багратуни. Со стороны суши он был защищен высокими башнями. Замок окружали рвы, что делало его неприступным. Общая длина рвов достигает 275 метров. Здесь мы видим наглядный пример адаптации к горному ландшафту. Строители крепости использовали природные условия. В скалах вырезаны тропы, проложенные в разных направлениях, объясняет археолог. Крепость – это уникальное сооружение, которое пронизано духом армянских царей. По словам специалиста, в этом замке заключены философия и менталитет царства Багратуни. Крепость считается символом армянской государственности. Берткунг находился на транзитной дороге Двин-Портав, на пересечении важных торговых путей того времени. Считается, что крепость была центром торговли и ремесел. Здесь также продавались товары, привезенные из провинции Гигаркуник и ее окрестностей. Место было известно своими лавками и постоялыми дворами. Говорят, что Берткун был одним из немногих центров торговли, которые не принадлежали тому или иному феодалу и полностью подчинялись городскому совету. На территории крепости археолог показывает камни, покрытые минеральным налетом. Это признак того, что уровень озера Сиван когда-то был гораздо выше. Говорят, Берткунг был не просто крепостью, а крепостью-портом, и средневековые армянские корабли причаливали в гавани, построенной в бухте. Прямо напротив крепости Берткунг находится полуостров Артаниш, где стоит еще одна крепость. Это самая узкая часть Сивана. И логично предположить, что прибрежные крепости, расположенные друг напротив друга, поддерживали связь, обменивались товарами. Есть версия, что крепости когда-то были связаны между собой подводным тоннелем. Словом, Берткунг таит множество сюрпризов, как для специалистов, так и обычных посетителей.